надо на вопросы отвечать сейчас. Да, хорошо вопрос. Отношусь. Невзоров, на мой взгляд, очень профессиональный журналист, очень профессиональный. Это дорого стоит, это редкость музейная. Причем весьма грамотный человек. Среди журналистов очень мало грамотных людей, как это не печально. Да? То есть грамотные люди находят какие-то другие места в жизни, но не журналистику. А вот он, мне этим нравится, то, что у него есть интеллект, есть всегда позиция, очень жесткий он товарищ, это хорошо. Журналисту таким и надо быть. Пишет, и не только журналисту, в общем-то, это еще и гражданская позиция. Да. Пишет нам соратник: добрый вечер, я сам из мотодвижения, но я одиночка. Устал бороться с сотрудниками ГАИ. Неприятно, когда тебя останавливают и прессуют по полной программе. Друга в Москве остановили, и он сказал, что состоит в ночных волках. Его тут же отпустили. Вопрос, что будет с этим клубом после 5 ноября 2017 года? Я думаю, что ничего с ним не будет. Он сам как-то трансформируется во что-то. Потому что в таком виде, в путинском, он сам не сможет существовать. Это любая самоорганизующая система, она, так скажем, трансформируется в связи с глобальными событиями. Но самое глобальное событие для волков будет отсутствие финансирования, да, и изменение идеологии. То есть не надо будет целовать Путина в попу. А, соответственно, главного волка не надо будет в попу целовать и за деньги, и так далее. И все сразу тык-тык-тык-тык развалится и засаморегулируется. То есть даже никаких расстрелов, репрессий. А зачем? Ну, они есть на мотоциклах. Они там 9 мая таскают флаги. Ради бога, мы даже этому препятствовать не будем ни в коем случае. Зачем? Какой смысл? Ты иронизируй. Да. Никаких расстрелов волков не будет. Нет, ну да, ночных волков, мотоклубы, да, ночные волки опять давайте. Станут обычным мотоклубом. Конечно, да. Но я думаю, что не одним мотоклубом. Вполне я допускаю, я говорю, что произойдет какая-то трансформация. Спрашивают, болеете ли вы за футбольный клуб «Саратовский Сокол» и вообще как относитесь к футболу? Ну, не знаю, я сложно. Футбол, когда сам так играть, если нормально отношусь и все, а ну как-то... Был я в свое время инициатором несколько раз возбуждения уголовных дел в отношении Дмитрия Федоровича Аяцкого и клуба «Сокол», когда там хитились огромные средства, поэтому у меня какие-то вот двойственные чувства. Да? Но все-таки надо понимать, что вы не с футбольным клубом «Сокол» боролись, нет, конечно, а с коррупцией. Я с коррупцией боролся, конечно, то есть когда там 10 тысяч болельщиков было... на какие-то бешеные суммы, 320 миллионов рублей. На 320 миллионов рублей были они застрахованы в городе Юбилейной Московской области какой-то страховой компании. Я тогда выяснял, помню, запрос написал, в котором указал, что если они играют в футбол не шаровыми молниями, а мячом, то, возможно, это завышенная сумма. Представляешь, так, страховки болельщиков. Безумие, конечно. Ну, вот, были такие в моей жизни. Я думаю, моменты. Если бы болельщики узнали, что они такие суммы получают в качестве страховки, то они бы там самострел бы начали, да, устраивать, конечно, там, не знаю, был... травмы себе причинять, да, всевозможные. Причем самое смешное, что и, может быть, грустное, что те, которые получили травмы, а там реально несколько было таких людей, если на трибуне один ногу подвернул, они ничего не получили. Конечно. То есть их никто и во внимание не принял. Так, что еще, какие вопросы? Тоже письмо. Зачитаем письмо? Да. Здравствуйте, у меня есть предложение. В своей программе от 4 мая, то бишь вчерашней, вы упомянули, что хотите выйти в эфир 28 и 29 мая в день голосования на сайте «Волна перемен». Действительно, мы об этом говорили. Мне кажется, нужно сделать формат ответов на вопросы. На вопросы с Вячеславом Мальцевым. Публика канала растет, и новым зрителям необходимо узнать, кто же такой Слава Мальцев. Это видно и по вопросам в чате, и по различным вопросам в социальных сетях.
Да, с удовольствием. Мы, я думаю, так и сделаем. Надо только определиться с тем, когда, в общем-то, у нас эфир в субботу, в воскресенье или в воскресенье просто без субботы. Ну, посмотрим, мы завтра тогда сообщим. Как вы относитесь к Шендеровичу? Ну, очень хорошо отношусь к Шендеровичу, очень люблю его творчество. Мне очень нравятся куклы, программы. И вообще, у него искрометный юмор. Он молодец, Шендерович. С точки зрения политической, но у него есть свои предпочтения. Нет вопроса, я с чем-то могу поспорить. Но, в общем-то, я со многими вещами, конечно, согласен. И то мировоззрение, которое он через свое искусство, так сказать, демонстрирует, но в частности куклы, но оно совпадает с моим. И как-то я вижу, что это очень талантливо. И не потому, что оно совпадает с моим, это талантливо, а потому, что это талантливо. И вот иногда есть талантливые вещи, которые полностью не совпадают с твоим мировоззрением, но ты аплодируешь и говоришь, да, молодцы, там все, все очень хорошо сделано, и как-то это радует. Но когда это еще и совпадает с твоим мировоззрением, это вообще вдвойне хорошо. Пишут, что Касьянов назвал Мальцева популистом. Но мы не слышали об этом. Если у вас есть какая-то ссылка, поделитесь, пожалуйста, нам будет интересно. И вообще, мы популус – это народ. С точки зрения, да, популист – это то же самое, народник, что националист. Да. Да, народник. Можно. Дело в том, что, называя что-то на русском языке, мы уже теряем всякий смысл, да, то есть я имею в виду какие-то эпитеты, они расширяются, так как там Путина, например, мачо называют, да, там мачо, Путин мачо, что такое мачо в Южной Америке, например, в большинстве стран мачо — это человек, который хочет выглядеть мужественно. Не выглядит. То есть в нашем понимании мачо — это мужественный человек, а в их понимании тот, который хочет выглядеть мужественным. Нужно понимать, что человек имел в виду и вообще говорил ли он. Ну, популист и популист. Это его мнение, ради бога. Кто угодно может мнение о Мальцеве иметь любое. Главное, чтобы большинство из нас имело четкое мнение по поводу 5, 11, 17 года, что мы все вместе, националисты, популисты, либералы, кто угодно, мы все выходим 5, 11 и сносим нафиг этот режим. Вот тогда все, а какое отношение к Мальцеву? Мне это, вот, честно говоря, вообще меньше всего волнует. Да. Что еще там? Или заканчиваем? Да, давайте заканчивать. То есть последний просим вопрос. Вас, да. Последний вопрос. Ага. Вот пишет человек интересную мысль. 21 декабря 2012 года, напоминаю, это нам всем пророчили здесь конец света, индейцы майя и так далее. Пишут, 21 декабря 2012 года индейцы были правы. Только это не конец света, а начало новой эпохи, информационной. Интересно, что в этот день клип Gangnam Style, есть такой клип? Да, я знаю. А, даже видели, я думал, не видели. Клип Gangnam Style впервые набрал миллиард просмотров. Миллиард, вообще, да, в истории Ютуба впервые набрал именно в этот день. Ну, интересное замечание, скажем так. Майя предсказали вот этого в очочках. Да-да-да, корейца. Так, значит, прошу вас, кто еще не зарегистрировался, зарегистрируйтесь, позвоните маме, как это говорит, не забудьте, позвоните маме, чтобы она зарегистрировалась, потому что на праймерис нам надо побеждать. И 28 числа можно будет проголосовать на избирательных участках ногами, но это в 13 только городах, а 29 можно проголосовать онлайн. До 21 часа. До 21 точно? Или да, до 20? Да. До 21 часа. В это. Да, до 21, абсолютно верно. В воскресенье до 21 часа. Только не забудьте, а то с утра соберетесь голосовать, вместе соберетесь, начнете отмечать это и до 21 не успеете. Поэтому будем отмечать, когда победим. Да, поэтому давайте перебережем вот эти эмоции радостные. Спасибо за поддержку. До свидания. До свидания.
до новой исторической эпохи осталось 527 дней и час еще. До свидания.